Каким образом Наруто узнает о новой силе Боруто? И что это за сила вообще? Давайте обо всем этом и порассуждаем сегодня. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Как я и сказал, мы будем обсуждать с вами новый режим Боруто, который появился в манге и ошарашил нас своей силой. Что об этом подумает Наруто и каковы будут дальнейшие события? Усаживайтесь поудобнее, ну а мы приступаем. Я желаю вам наиприятнейшего просмотра. На идею сделать такой видос меня надоумила одна очень интересная анимация с этого канала, который вы видите на экране. Так вот, для начала давайте вообще поймем, что это за сила у Боруто и какой у нее потенциально уровень. Все мы прекрасно знаем, что у Боруто появилась карма после победы над Мамашики. Но вот что она дает, до сих пор до конца неизвестно. Однако в одной из последних глав, а именно в 43 главе манги Боруто, наш главный герой пробуждает новый режим. Можно сказать, режим бога в сюжете Боруто, ибо Оцуски считаются божествами. Так вот, когда Боруто был на грани смерти и его друзьям также угрожала опасность, он вырубается и пробуждается сам Мамашики в его теле через карму. Появляется рог на лбу, как это было и с Джигеном в пробуждении Оцуски Ишики, так случилось и с Боруто. Также в обеих случаях уровень силы возрос колоссально, по крайней мере именно мне это так привиделось. Если в случае с Джигеном он изначально проигрывал Наруто и Саске, но с пробуждением этого режима и появлением рога на лбу он уже чисто физически даже намного превосходило их в силе. А в случае Боруто он еле-еле выживал против Боро, когда бился с ним один на один, но стоило ему войти в этот режим, и все кардинально поменялось. Боруто, находящийся в плачевном состоянии, еле стоящий на ногах и практически без чакры, спокойно отражает удар Боро так сильно, что уничтожает его руку и пинает его так сильно, что тот отлетает на несколько десятков метров. И при всем при этом Мамашики, который в нем пробудился, даже за соперника не считает Боро и называет его мусором, ничтожеством, который много его возомнил о себе. Немного подпитавшись чакрой, Мамашики опять налегке пинает такую огромную тушу Боро, и Расенганом наконец уничтожает его полностью. Ну и Расенган, конечно, тоже был необычным, а усиленный чакрой Мамашики. То есть, из всего этого мы делаем вывод, что Мамашики взял под контроль тело Боруто в момент, когда увидел угрозу для него. Это опять же указывает на то, что Мамашики не проиграл тогда, а только приобрел для себя новый сосуд и специально вселился в Боруто. Ну это многим и так было логично, но что интересно, Мамашики смог взять под контроль тело, потому что Боруто ослаб, либо потому что карма вышла на новый уровень и уже в нем происходит так, что Оцуски контролирует свой сосуд. В любом случае, понятно следующее, что Мамашики действовал именно для того, чтобы не дать Боруто погибнуть. А то есть, он уже не существует вне его тела, и ему невыгодно дать Боруто умереть, так как он и сам умрет от этого. По-моему, это самый логичный вариант, учитывая, что их назвали паразитами в последней главе. Ну вот как действует эта сила с кармой, интересно. Печать называется карма, а то есть логично предположить, что убийство бога, коими считают себя Оцуски, за собой несет карму в виде этой печати. А именно, что их нельзя убить, если попытаешься, они просто возродятся в твоем теле, став еще сильнее. Это опять же логично для паразитов, тем более не каждый сможет убить Оцуски, а если кто-то достаточно силен для этого, то почему бы и не завладеть его телом, чтобы потом стать еще сильнее. Так и идет бесконечная эволюция клана. Они не только через плод чакры, даваемый древом, высасывая всю энергию и генетические данные планеты эволюционируют, но и завладевая телами сильных особей, которые способны их одолеть и обладают большой силой. В случае Боруто, Мамашики должен был по идее проиграть Наруто или Саске, но вышло так, что победителем стал Боруто. Однако, мог ли Мамашики не давать карму Боруто и просто отступить тогда оттуда? Либо же он увидел в Боруто потенциал, тем более он и глаз Джоуган в нем видел, а это в теории сильнейший глаз клана Оцуски. Ну и вот, Мамашики захотел завладеть этим телом. Но эта теория рушится, если Джоуган способен подавлять и извлекать плохую и враждебную чакру или энергию. А Мамашики по-любому знает об этом, являясь достаточно высоким звеном в иерархии их клана. Это я говорю, судя по отношению его к другим и позиционированию с остальными его. С другой стороны, он подумал, что Боруто не умеет управлять этим глазом, и он успеет завладеть телом, пока тот не обучится. Но, опять же, глаз Боруто
Боруто сам активировался и изгонял зло или же помогал Боруто при виде угрозы. То есть все происходило само собой. Так что это тоже не факт. Самым логичным и приятным в моем понимании тут будет, это то, что Боруто и Мамшики будут сотрудничать друг с другом. И вот как это будет выглядеть, хороший вопрос. С одной стороны, Боруто может тупо подчинить его силу себе с помощью Джоугана и так ее использовать. Как по мне, изначально это так и будет по-любому. Но потом что-то наподобие Наруто с Курамой. Они сдружатся, и так Боруто будет более эффективно использовать эту силу. И параллельно знать все. Оцуцуки из-за Мамашики. Может, именно Мамашики его и надоумит стать отступником, а точнее покинуть деревню, приведя ему какие-то аргументы для этого, чтобы, например, предотвратить что-то еще более ужасное. Может быть так, что он расскажет ему о каких-то секретах клана, и все это не будет совпадать с данными, которые дал Конохи Амада. И вот Боруто покинет деревню тайно, чтобы самому все это решить. Короче, меня уже не туда понесло. Воспринимайте все это как просто мысли, я должен был поделиться ими. Касательно силы. Интересно, Мамашики владеет всей своей силой и может ли он использовать ее в теле Боруто? Ну, допустим, в финальной форме Кары будет так, тогда может ли он в этой форме юзать и обилки Боруто? Допустим, тот же Джоган. Как мне кажется, Мамашики-то будет знать, на что он способен и как им пользоваться. Если же все это будет именно так, то Боруто в таком режиме уже выходит на уровень Наруто и Саски. Остается лишь подкачать чакру. Опять же, если все это именно так, но пока что это только бред тупого теоретика в виде меня. Данный момент. Воспринимайте это именно так. Вам будет легче. Почему я сделал такой вывод? А потому что поглотив Киншики, Мамашики стал невероятно силен и уже вышел на плюс-минус один уровень с Наруто и Саски. Давайте именно так это рассмотрим. Ибо по фильму Мамашики сильнее их по отдельности. По новелле они равны ему. По манге Наруто превосходит его, а по аниме опять Мамашики сильнее. То есть это слишком разнится, но мы можем дать плюс-минус один уровень. Так вот, если ко всему этому добавить, что Мамашики получит и Джоган в теле Боруто, то он уже становится точно на уровне Наруто и Саски. Ну, я про самого Боруто говорю. Но опять же, это если все, что я говорю, будет правдой. А теперь немного о том, как Наруто увидит эту силу и что будет дальше. Скорее всего, Наруто увидит в нем Мамашики и будет задавать вопросы, на которые тот не даст нормальных ответов, только будет там как-то таинственно говорить, чтобы ни мы не поняли, ни Наруто не понял. А также, если теперь мы уже знаем о таком мощном режиме у Боруто и знаем, что 10 хвостых много во вселенной Боруто, то почему бы не дать такую силу и Наруто с Саски? Они уже станут полноценно сильнейшими шиноби, заполучив по 10 хвостому. Так и вижу эту войну Оцуцуки против Земли, и то, как Наруто с Саски попадут на их планету или место, где их клан находится. Сколько же всего интересного ждет нас, просто мурашки по коже от одного представления всей этой картины. Надеюсь, авторы нас не разочаруют и покажут реально годное что-то. Рамки Земли в Боруто уже разломаны, и потенциал к развитию силы высок. Это, как я и говорил в видео про новый уровень Наруто и Саски, дает все шансы для их нового апа и невероятной силы. Как-то так. Очень хотел поделиться этими мыслями с вами и пообсуждать все это. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом и как вы видите дальнейшую картину. Пишите, конечно, и свои предложения об уровне силы Боруто в этом режиме и как Наруто узнает об этом, а точнее увидит. Ну и конечно, если вам понравилось видео, то не поленитесь поставить под него лайк и подписаться на канал. С вами, как всегда, был Анизора. Всем удачи и всем пока. お前のことどうこういう資格はねえんだよな。いいか、わしの残ったチャクラをありったけ渡す。やはりな。お前に